Дарья человек занятой, у нее своя студия аппаратной косметологии. На бюрократию и лишние поездки по госорганам времени просто нет. Чтобы в перспективе всей отчетности перевести в формат онлайн, сегодня она получает квалифицированную электронную подпись в налоговой по Свердловскому району. Очень удобно, что никуда не надо ехать, и звонить тоже никуда не надо. Я зашла на сайт и записалась через интернет в налоговую инспекцию. Регистрация заняла буквально минут 15. Начиная с 2022 года функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возлагаются только на удостоверяющие центры ФНС России. Срок действия подписей, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. Уже с 1 июля нынешнего года получить такую подпись можно в любом налоговом органе бесплатно. Выдаваемая квалифицированная электронная подпись является легитимной. Она может использоваться для ведения хозяйственной деятельности, сдачи отчетов, а также может применяться на всех торговых площадках и сервисах. Срок действия такой электронной подписи – 15 месяцев. Для получения услуги необходимо записаться в налоговый орган, подать заявление и представить документ, удостоверяющий личность. СНИЛС и USB – носитель информации, сертифицированный Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, либо ФСБ России. Если такого накопителя у вас нет, его можно приобрести в специализированных магазинах. На сегодняшний день квалифицированную электронную подпись в Пермском крае получили уже порядка 400 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Егор Тверетинов, Семен Соснин, телекомпания «Ветта».